Здравствуй, мама. Онур, какой приятный сюрприз, честное слово. А я как раз пила чай. Может, ты хочешь перекусить? Нет, не хочу. Низия, дочка, принеси чай для Онурбея. Сказал же, не хочу. Я пришел не чай пить, а поговорить с тобой. Что ты сказала, Шехризат? Значит, Шахризат Ханым рассказала тебе о нашей беседе. Нет, я настаивал, но она ничего не рассказала. Надо же. Брачный договор — это твоя идея была. Что, прости, брачный договор? Да, ты предложила Шахризат подписать его. Я и не предлагала ничего такого. Но она приняла правильное решение. Вот молодец. Мама. Онур, прошу тебя, не позволяй любви лишить тебя рассудка. А я хочу потерять рассудок от любви. Перестань болтать. Ты один из двух основных акционеров холдинга Беньяпы. Если ты задумаешься о величии того богатства, которым ты руководишь, то поймешь, что я обязана была предупредить Шехризат Ханым. Как ты могла так поступить, мама? Сынок, сейчас ты влюблен, но мы не знаем, что будет в будущем, когда прекрасная любовь пройдет. Не пренебрегай этим, сынок. Раз ты намерен жениться, то уж прими тот факт, что это решение касается не только тебя, оно целиком затрагивает холдинг. И я не хочу, чтобы ты потом страдал. Я буду счастлив, мама. Может, тебя это и удивит, но я буду счастлив. Единственное, о чем я прошу, не вмешивайся в мою жизнь. Онур, пожалуйста, я ведь думаю о твоем благополучии. А тебя не удивляет, что когда ты думаешь о моем благополучии, мне это приносит одни проблемы? Сынок, ну не говори так. Ты скоро поймешь, что я права. Ты бы очень хотела оказаться права. Даже наперекор моему счастью. Да, кстати, Шахризат очень настаивала. Но я не подписал этот договор, имей это в виду.